Ну. Сука, здесь подвел карабин. Всем привет, друзья. Сегодня 22 апреля, и мы с друзьями выбрались на небольшую лесную речку. Попробовать покидать на спиннинг, половить головля. Время, ну, так сказать, по предыдущим годам не очень головлиное, но по погоде, блин, я бы даже сказал, что это начало мая. Посмотрите, деревья уже распускаются, листва, трава достаточно высокая. Ну и головль должен брать. Вода по уровню почти в берегах, сантиметров, наверное, 50-60, она еще чуть выше летнего уровня, но это нас не останавливает. Поэтому мы сейчас идем ловить, пробуем кидать кренки, пробуем джиговать. Ну а то, что сегодня будет, вы увидите дальше. Поэтому погнали! Привет, головлик первый в 2023. Такой вот мальчик схватил камен дир. Пойдем отпустим. Оп. Все. Благодарю за эту поклевку. Место для главлика типичное. Ранней весной. Тихая обраточка. Метр где-то полтора. И диповый крэнк. Сидит он под бережком, под самым. Есть? Так, блин.
Оп. Оп. Вот еще один. Господа. Еще один главлик. Апрельский. В Смоленской области. Сейчас мы его сфотографируем и отправим домой. Все тот же Камендер. Главлик такой, грамм 300. Немного потрепал от тебя. Так, беги. Пошел. Ну что, а рыбалка становится интересной. Да, обратите внимание на места между перекатами. Спокойное, ровное течение. Неспешная проводка. Смотрите, вот это, на мой взгляд, бобриные норы, которые провалились во время половодья. То есть ты ходишь по берегу, ни о чем не думаешь, не подозреваешь. Под тобой прокопаны огромные туннели, пещеры, в которых живут бобры. Но в этом году половодьем домики их разрушились. Ладно, пойдем искать дальше главля. Ну вот, я догнал своих товарищей. Спросим сейчас, как у них дела. Дим, ну как? Большого? Андрей? Ты на щуку переключился? Хочу попробовать. Бля, батя меня напугал, у нас тут косули бегают. Косули? Не только. Лосяши видели? Лося? Да. Нет. Нет? В воде не видели лося? А мертвого-то видели. Да. Ну, а Андрея что? У Андрея, он, блядь, болт. А у тебя что? А у меня эмоций. Уже вагон. Эмоции вагон уже. Друзья, только что наглухо зацепился за бревно посреди реки.
зацепился там. Уже надежды не было, но терпение и аккуратные действия все-таки спасли моего добытчика на сегодня. Аккуратненько, натягивая по течению, разгибая крючок, который не сильно впился, да, то есть не надо тянуть на себя, когда приманка, блесна, воблер идет, цепляется за корягу. Если вы будете тянуть на себя, вы еще больше втянете его. Я просто вот обошел вот эти кусты и начал тянуть в обратную сторону. Он практически до той коряги он дошел. И потихонечку такими небольшими движениями раскачал и выдернул из ствола залипший крючок. В принципе, даже крючок не сильно согнулся. Так, чуть-чуть я его подогнул. Приманка спасена. Так что не торопитесь отчаиваться. Всегда подходите к этому делу с головой. Особенно, когда сейчас цены очень дорогие. На приманке хороший дефицит. Думайте, ловите с головой. Красоты. Ну что, еще была поклевка одна. Ну, тоже хорошего. 300-400, может быть, полкило. Не дотянул. Да, пацаны, наверное, возвращаются. Смотрите, история та же повторяется. По той стороне течения, здесь обраточка. И он стоит, ну, буквально на границе. Ну что вы? Были? Нет. А я только что слил. А? Только слил. Кого? Главля. Да ладно. Хорошего. Как ты его слил, блин? Да как слил, ну. Как, бля, ё-моё. Видео есть? Блядь, пошли, ладно, к лосе. Короче, мы пошли либо к лосе, либо где Димон хавал, либо на протоке. Ну давай, сейчас с вами иду. Да вот он на обратках клюет. А что? На камеона. А на камеона. Вот он взял посреди, провел его метра два и сошел. Ну такое, покрупнее тех, которые... А? Ну, покрупнее тех, которые были. У ребят нет веры. Места. Ну а что же, пока не поймаешь, не поверишь. У меня изначально сегодня тоже вообще веры не было, что будут поклевки. С ноября не ловил. Но это период-то уже, считай, полгода. Вот это вы видели, друзья? Здесь стояла хорошая щучка. Такая, ну, полтора, наверное. Выскочила, то ли меня заметила.
что ли, решила кого-то атаковать. Вот она вся где. В закромах. Есть. Ну что же это, блин, такое? И кто же это? Что, проверим еще разок это место. Ну что, здесь не хочет. Пойдем догонять пацанов. Хотя он тут есть. Стопудово. Есть! О, это хороший. Это, друзья, хороший. Побольше тех, что были. Ну все же место работает. Снова камендир. Такой уже ближе к полкило. Что, друзья, этот у нас завис на 595 грамм. А ёпарасоте! Вот это трэш был. Все, уже вытянул. Не успел схватить. Была атака. Ну, тоже неплохой. Давай, подсак. Сколько поменял? Такой, да, грамм. Там грамм под... Есть! А может и больше, блин. Да тут грамм 800-то хороших. Только ставить собрался. Блин. Кого? Такой вот. Так. Ну-ка, покрасуйся. Такой даже под килограмм. Хорош, да. Ну да, грамм 850. Красавелла, красавелла. Ну сейчас мы посмотрим даже. А это тут даже одинарный пистолет. Да. Бородные? А я не помню, они были же в этом. А, они без бороды. В комплекте. Прикинь. 840. Я ж тебе говорю, у меня глаз алмаз. Давай-ка, ну-ка покажи. На камеру. Тихо, не, давай отойдем от спиннинга.
840 живой вес. Ну, глаз алмаз 850. Четко. Вообще красава. Дай-ка. Вот кто сегодня в ударе, блин. Так. Швыряй, а ты улетишь, блин. Я же говорю, в затяжках. Ребят, с виду такое место совсем не головлиное. Но для апреля месяца это как раз таки самое и оно. Среднее умеренное течение. Новейшие кусты. Так как вода еще совсем не прогрелась, выходить на перекаты ему тяжело. Но еще неделька, и он будет там. Некоторые особи, я думаю, уже выходят. Но, к сожалению, пока ни одного не поймал. Пока только слабые затяжки и умеренное течение. Ладно, посмотрим, что нам даст сегодня вечер. Пойдем искать. Что, парни, подошел сегодня день к концу. Время еще, в принципе, есть, но немного подустали. А что сказать, апрельская рыбалка сегодня, можно сказать, фартовая. 22 апреля, погода как в начале мая. Это однозначно. Но единственное, что рыба, конечно, еще не совсем активна. Головаль есть, но в основном по сегодняшнему дню клюет на дипы, клюет на умеренном течении и в обратках. На перекаты особо не выходит. В общем, походили, погуляли, подышали воздухом, поймали свою рыбку. Вот, скоро будем ловить уже головля на перекатах. Я думаю, через неделю, полторы он будет уже там. Ладно, всем пока. Андрюха пытается поймать, Димон. Вот, ну и как бы по снастям, да? Сегодня Ryobi Slam, катушечка 2000-ная. Nibble 702-1.9. И Камен, который сделал сегодня рыбалку. Камен Deer. В таком безликом цвете с одинарничками. Вот, ладно, еще раз всем пока, всем не хвостанете шеи.